Весной, особенно в канун или в начале посевной кампании, ситуация в поле меняется не то чтобы ежедневно, а ежечасно. Я прекрасно отдаю себе отчет в том, что, идя в эфир через неделю после съемок, мы бесконечно опаздываем. Но прямой репортаж с места событий – это несколько другой жанр. Мы себе позволили немножко поразмышлять о том, как идет подготовка к главной кампании года – посевной. Такого наплыва музыкантов «Магнитка» еще не видела. Арт-платформа 97, которая традиционно проводится в это время года во Дворце культуры строителей имени Мамина Сибиряка, воистину стала уралосибирским филиалом «Горбушки». Так любовно называют фаны московский ДК имени Горбунова, мекку столичных рок и поп музыкантов. Все это очень понравилось, может быть, только не все это я понимаю. Вот очки я уже приобрел к следующему фестивалю, постараюсь перевести джинсы и порвать их здесь коленки. Спасибо. Группа «Фирм Кредо» явилась уже тоже по традиции одним из организаторов фестиваля. А всего их два – «Кредо» и стекольный завод «Маст». А вот одним из спонсоров арт-платформы впервые выступила областная администрация. У нас город там 100 национальностей, если у нас город трех историй, можно так сказать, если у нас город просто на таком месте в середине России находится, он же сильно в середине, туда-сюда, в любую сторону, значит, здесь и должно все происходить. А чего? Я все понимаю, кроме одного. Страна нищает. А сколько команд приехало и городов на сей раз? Начнем с Самара, Башкортостан, значит, Челябинская область, это Челябинск, Магнитогорск, Миас, Златоуст, Снежин, Трехгор, ну их много просто городов. Чебаркуль, Миас, затем Оренбург, Кустанай, Рудный, ну это Казахстан. На север поехали. На север поехали, Свердловская область, в том числе Екатеринбург, еще севернее Тюмень, и дальше совсем север Ишим. Ну и на запад отправимся, это будет у нас Омский, Красноярский край. Приехали. На восток. Приехали. В Магнитку. Но здесь мы все и собрались. И как сказал сегодня Матвейчук, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Правильно? А куда деваться? Это место такое. Для того, чтобы просто принять такое количество исполнителей, необходима была конкретная помощь со стороны магнитогорских предприятий, молодежных союзов, просто компетентных в мире шоу людей. Одним из них стал человек, чье обаяние и популярность уже десятилетия не вызывают сомнения ни у кого, и не только на уральской земле. И у меня появился повод поговорить со старым приятелем о делах фестивальных, и не только о них. Нефтеносные районы, они так надвигаются плотно, да? Безусловно. У меня несколько таких, я не могу точно вспомнить фамилии на арт-старте, но я просто поразился. Уровню даже сельской, можно сказать, самодеятельности, это выше, чем даже некоторые городские. Шестаков Григорий у нас находится в Иерусалиме, программа А, да? И главная ответственность упала на тебя, так? Ну, в общем-то, да, конечно. Хотя, в принципе, я и так должен был мимо Шестакова все равно быть председателем жюри. А, кстати, между прочим, о профессионализме. Произошел интересный случай. Он почти трагикомический. В Свердловск нас пригласили 9 октября на празднование Джона Леннона. Ну, естественно, день рождения Леннона. Все должны были исполнять песни «Битлз», как и мы, естественно, приготовили, ну, мы как почетные гости, там, «Экстерьер», мне сказали, группа «Иваныч» и так далее. Значит, прошло несколько ансамблей, ну, все, естественно, там, и «Hard Day's Night» и так далее, все. Вдруг мы выходим на сцену, и первое, что мы заиграли. Is there anybody going to listen to my story? All about the girl who came to stay. Аберроуд пели? Аберроуд потом пели немножечко, конечно, естественно. Так вот, к чему я говорю. Зал взорвался аплодисментами. Поднимается вдруг вот такой шкаф, будем говорить, на сцену. Ну, я думаю, естественно, как радист, он берет микрофон мой, вдруг ни с того ни с сего, во время выступления, я шокирован был, и бросает его к ногам. Естественно, остановилась песня, в чем дело, и ушел такой сердитый. Ну, служба охраны поздно, но спохватилась. Взяли, значит, короче, схватили его, попинали где-то, видимо, думали, что за дела. Выяснилась колоссальная ситуация. То есть он подумал, что мы включили фирменную фонограмму «Битлз» и под нее разъеваем рты. В нашу задачу изначально не входило информировать вас о победителях фестиваля. Для того, чтобы просто назвать их имена во всех номинациях, необходимо время вдвое большее этого сюжета. Мы хотим передать вам атмосферу праздника, на котором большинство из вас побывать не смогло. Кому живется на Руси, Маригава?
Вам очень не повезло на сей раз. Андрей Пятаков сегодня не поет, он судит. А вы вообще знаете, что он поет, да? Да, знаю. Нравится? Ну, признаться, вот нравится, не нравится, у меня такое широкое понятие. Я сужу профессионально, непрофессионально. Профессионально? Ну, с моей точки зрения, да. Уже есть опыт нескольких фестивалей. Барышня рок-н-ролл в Челябинске, волшебный микрофон в Сатке. Ну, впечатление, что... Самое интересное, фестиваль еще впереди. Есть опыт наступать на горло собственной песни? Пока еще. Преодолевать магнитогорский вот, эгоцентризм? Ну, как-то пока говорить о том, чтобы такое давление на магнитку было, нету. Пока вот из всех выступающих Богдан Разгуляев показал профессиональную хорошую попсу. Вот как старый попсовик скажу, что такая матерая, хорошая попсня. У нас будет 31 мая фестиваль проводиться, музыкальная вечеринка, второй уже будет. И мы приглашаем всех участников сегодняшнего фестиваля приезжать к нам. 31 мая? Да, 31 мая. Снег у вас сойдет? Ну, у нас давно его нету. У нас теплее, чем у вас, кстати. Надо арендовать самолет. Укусил. Надо арендовать самолет размером со всю магнитку и ехать в Тюмень. Ну, они баки заправят, да? Они баки заправят, а самолет мы попросим. Парад лауреатов был назначен на четвертый день фестиваля. До этого прошла раздача призов и почетных дипломов. И музыканты, а с ними и битком набитый зал ДК строителей, мог оттянуться на славу без оглядки на строгое жюри. О вкусах, конечно же, не спорят. Но даже если кому-то из вас, я имею в виду старшее поколение, это действо не по душе, вспомните, пожалуйста, свою молодость, когда слово «Битлз» считалось ругательством. Этим все разрешено. Хорошо это или плохо, время покажет.